прям близко. И вот мы пришли покушать кузнечики. Нам сейчас готовят свежие кузнечики. Опарыши какие-то. Опарыши, которые черные. Не знаю, что такое. Фу. Но его надо мне как-то кушать еще. Давайте я вам покажу, что там есть. Это кузнечики. Это как будто навозные эти червяки. Сейчас, подождите. Он меня научит кушать. Давай попробуй сам. Это лягушка, короче. Это лягушка. Да. Давай. Вкусно? Как знаешь, что? Как что? Как курятина, да? Нет. Ну пойдем. Хапун-хап. Пойдем. Сейчас, подождите. Ну. Опарыша достань. Тут вот кузнечики. Ага. Да я вам покажу, как я его кушать буду. Противно, отвечаю. Это же вообще жесть. Ножка. И самое жестокое. Пойдем. Ты знаешь, нас гонят отсюда. Подожди, айда сюда, подойдем. Что там? Ну не выключай. И самое жестокое это. Опарыша достань. Или таракана. Есть тараканы? Когда так делаешь, то вот так называют. Настраивал. Самое жестокое это вот. Это что? Навозный жук какой-то. Опарыш. Я его не буду хавать. Нет, съешь что ты? Не могу. Западло? Да. Ну, блин. И еще знаете, что тут есть? Че? Вот. Червь? Какой-то жук опять. А это этот, как его, сверчок? Да съешь что ты? Я его съем. Потом. Соберусь сначала, потом буду хавать. Аля, пока.